Всем привет! Сегодня я буду лепить еще одного персонажа из мультсериала «Удивительный цифровой цирк» — Королёр. Сразу хочу попросить у вас прощения за мой голос. Я немного простыла, но надеюсь, вам это не помешает досмотреть видео до конца. Итак, погнали! Королёр — это шахматная фигура короля, который дольше всех находится в ловушке цифрового цирка. В результате чего он близок к безумию. Возраст его 48 лет. Цифровой цирк располагается в виртуальном пространстве, управляемом искусственным интеллектом по имени Кейн. Кстати, я его уже тоже рисовала пластилином и в видеоформате шортс. Можете обязательно зайти посмотреть. Если вам будет несложно, можете оценить мою работу в комментариях. Мне будет очень приятно. Также известно, что не планируется размещать шоу на других потоковых платформах, кроме как YouTube. В будущем планируется выход полного сезона, но не дата выхода. Ни количество эпизодов пока не были объявлены. Как вы вообще думаете, какие бы были следующие эпизоды, следующие серии? И вообще, ждете ли вы еще продолжение этого сериала, либо шоу? Как правильно назвать? Вообще, с вами хотела поделиться, как мне в лепке данные герои. Вы знаете, в принципе, до этого, когда и Фредди были, аниматроники всякие, для меня немножко они сложноваты в плане, наверное, того, что они какие-то очень негативные герои, хотя вы меня сейчас закидаете помидорами, но для меня они немножко негативны. А вот именно из цифрового цирка герои мне почему-то они более симпатичны, более как-то положительные, что ли. И вот почему-то лепить мне их одно удовольствие. Возможно, у меня не так классно получилось, как у многих других, может быть. Но в любом случае они были действительно интересные и занятные герои, с которыми можно хорошо провести время за лепкой и пролепить их. Спасибо всем тем, кто остался со мной до конца, за ваши комментарии, за вашу подписку, лайки. Это для меня очень важно, потому что когда делаешь что-то руками, хочется всегда узнать, понравилось ли это кому-то, либо нет. Обязательно оставляйте свои комментарии, пишите мне и напишите обязательно, кого мне еще слепить для вас. Досмотрите это видео до конца и пишите. Всем пока-пока! Thank you.